Лидеры и авторитеты уголовной среды задержаны в Подмосковье. Операцию провели сотрудники подмосковной полиции. Воры в законе съехались в поселок Кудиново Ногинского района, сообщили в МВД. Сходка проходила в летнем кафе около песчаного карьера. Во время сходки участвующие планировали свои действия, направленные на пресечение попыток захвата сфер влияния над исправительными учреждениями, располагающимися на территории Владимирской и Смоленской области. Оперативники задержали 18 человек. Среди них воры в законе Жора Ташкентский, Вова Зюзя и Забава, сообщили в полиции. Вы вор? Конечно. Лицом категории вор в законе себя относите? Я гражданин России, я не знаю, что это такое. У нас перед законом все равны. Так и скажите всей России. У нас перед законом все равны. У всех задержанных взяли отпечатки пальцев. Мужчин опросили и досмотрели. Каждого из них проверяют на причастность к преступлениям, совершенным в Московской области.